Всем привет! В фантастических журналах прошлых лет можно было увидеть, как люди фантазировали о том, как будет выглядеть будущее мира. Одним из аспектов будущего был беспилотный общественный транспорт, как, например, поезда метро. На один из таких беспилотных поездов метро мы с вами сейчас и посмотрим. Сама станция метро выглядит обычно, за исключением стеклянного защитного барьера, который предотвращает падение на рельсы. Мы приехали сюда утром выходного дня, дабы мы смогли спокойно осмотреть это метро. Сам поезд выглядит красиво и современно. Из-за автоматизации процесса двери поезда всегда точно совпадают с дверьми защитного барьера, и поэтому входить в поезд комфортно и безопасно. Первое, что бросается в глаза при входе в вагон, так это то, что в первом вагоне нет отделения машиниста. Там установлено большое стекло, через которое можно наблюдать за движением. В целом, эти вагоны не отличаются от привычных нам классических вагонов. Обычно, в будние дни, у лобового стекла можно увидеть туристов. Для людей, первый раз увидевших такое, это немного напоминает аттракцион, в то время как местные жители на это уже не обращают внимания. Вот и нам было интересно постоять и посмотреть, что видит машинист поезда во время движения, да и вообще, как выглядит метро между станциями. И все же этот поезд не совсем пуст, в нем всегда присутствует сотрудник метрополитена, который следит за порядком и работоспособностью состава. Что же можно сказать в заключение? Будущее наступило. Беспилотное метро, умные дома. Что следующее? Летающее авто или что-то еще? Свои предположения вы можете написать в комментариях. До новых встреч!